Смотрите. Включил вот это вот. Dark background and light text. Вот от него иконка. Загружаю в фоне ВКонтакте. И переходим на него. Бам! Сразу. Да? Сразу. Теперь выключаем. Включаем Dark Reader. Загружаем ВКонтакте. Ждем, чтобы он там в фоне прогрузился, чтобы мы, лазя по другим вкладкам, не ждали, когда он там загрузится. А перешли, сделали тут свое дело, прочитали все, откомментили, чтобы мы перешли, там уже была загруженная страница. И где? Вот она. Так что Dark Reader нахуй. Dark Background forever. Всем пока.